Благодаря этому рецепту вы забудете про колбасу. Сочная, вкусная куриная пастрама на завтрак. Сначала мы готовим для нее рассол и оставляем ее там. Дальше мы готовим маринад. Здесь у нас соевый соус и разные вкусные специи. Теперь оставляем курицу в нем отдыхать, а сами разогреем духовку на 250 градусов и отправляем ее туда на 15 минут. Духовку не открываем и оставляем ее до полного остывания. Получается очень нежное, сочное и вкусное куриное филе. Подходит для бутербродов или вот для таких завтраков с лавашом. Его можно обжарить на сковороде, получится очень вкусный ролл. Обязательно попробуйте такую пастраму для бутербродов, закусок и разных салатов, и вам уже не нужна будет никакая колбаса.